Как сообщалось ранее, 16-18 мая текущего года в целях дальнейшего развития межэтнических отношений и укрепления дружеских и тесных связей между народами Узбекистана и Башкортостана в Комитете по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабинете министров состоялись торжества, посвященные 30-летию Ташкентского башкирского общественно-культурного центра имени Валиди. Трехдневная программа, посвященная 30-летию со дня основания Ташкентского городского башкирского общественно-культурного центра имени Заки Валиди, запомнилась яркими событиями. В первый день представители центра возложили цветы к памятнику семьи Шамахмудовых, как символу дружбы, благородства и толерантности. Вместе с тем у всех участников была возможность окунуться в атмосферу традиционных национальных башкирских песен и танцев. Отметить знаковую дату прибыли и гости из Российской Федерации. В частности, делегация с главой Республики Башкортостан. В дружественной атмосфере состоялся диалог с представителями культурных центров, музыкальных ансамблей. Участники поделились своими впечатлениями о деятельности Башкирского общественно-культурного центра. Подчеркивалось, работа центра способствует развитию и сохранению культурного наследия, традиций, обычаев и родного языка башкирского народа, сотрудничеству с другими национальными культурными центрами, межнациональному согласию и миру, также направлено на укрепление дружеских отношений. Прибывшие в нашу страну члены делегации высоко оценили проводимую в Узбекистане политику в сфере межнациональных отношений и внимание, уделяемое государством деятельности национальных культурных центров. Глава Башкортостана также поздравил представителей диаспоры с 30-летием Ташкентского городского башкирского общественно-культурного центра. В ходе мероприятия за вклад в дальнейшее развитие и сохранение культурного наследия, традиций, обычаев и родного языка башкирского народа группа активистов была награждена различными государственными наградами Башкортостана. Наш труд, он идет из души, из порывов души. Мы делаем для сохранения нашей культуры, наших традиций, наших обычаев и для сохранения нашего языка. Это все, оно вдохновляет именно приездом Радия Фаритовича. Вот награду, которую он сегодня предоставил, она была реально неожиданная. Я работала председателем татарского центра, и я стояла у истоков работы татарско-башкирского центра. Я хочу отметить работу комитета, потому что эта работа очень огромная. Вы знаете, сегодня это подтверждение того, что мы радуемся ежедневно фазе Ренессанса, новому Узбекистану.